Украинские власти могут поставить свою страну, да и всю Европу, на грань новой ядерной катастрофы. Как сообщает на своем сайте Комитет спасения Украины, в преддверии 30-летия Чернобыльской трагедии атомщики обратились к чиновникам с требованием прекратить эксперименты с так называемым маневрированием мощностями. Чтобы восполнить нехватку электричества в часы пиковой нагрузки, старые реакторы советской постройки выводят на максимальную мощность, пока в тестовом режиме. Но с декабря испытывать АЭС на прочность будут уже каждый день. Было принято решение о том, чтобы регулировать мощность в течение суток несколько раз атомных энергоблоков. Они не приспособлены к такому режиму работы. В результате вот такого подъема и изменения мощности и состоялся, и была Чернобыльская трагедия. Уже профсоюзы работников атомной энергетики забили в набат. Они лучше всех знают ситуацию. Обращение сделали в правительство. Не делайте этих экспериментов, потому что будет Чернобыль. Правительство не слышит пока, потому что она думает не о стране и перспективе, а о том, как бы удержаться при власти. Управляющая украинской энергетикой рискует по-крупному не впервые. Ранее в реакторы попытались загрузить американское ядерное топливо. Оно не подошло. В итоге пришлось ставить российские сборки. Эксперты подчеркивают, срок эксплуатации большинства украинских энергоблоков давно вышел. Капремонта из-за отказа от помощи российских специалистов не предвидится. Даже если не произойдет катастрофы, отрасль обречена в течение 10 лет оставаться без атомных мощностей.